«Развиваясь, объединяемся» – так названо мероприятие Ассоциации ТОСов. Делая город лучше и чище, жители региона сплачиваются и становятся дружной командой. В зале собрались председатели самоуправлений, чтобы в очередной раз услышать, что их работа нужна и важна. Сегодня у нас будут подведены итоги как раз нескольких конкурсов. У нас часть людей обучалась по повышению квалификации, как раз по курсу менеджмента сообщества. Потом у нас подведены итоги фестиваля чистой территории. У нас ТОС активно принимали участие в благоустройстве города, в ликвидации свалок. У нас есть дружная команда, как раз это подведение, итогов будет награждение. Потом будет у нас также награждение за праздник, лучший праздник двора. ТОСу «Алатырь» нет еще и года. Он самый большой по территории и уже выигрывает конкурс. Самая чистая территория в Тереньгульском районе. ТОСовцы убирали территорию и избавлялись от старых аварийных деревьев самостоятельно, невзирая на то, что в основном проживают в поселении пенсионеры. Мы чистили территорию в двух селах, в перспективе вот в новом следующем году еще в двух селах, то есть так как у нас четыре села, проводить дальше мероприятия. Это были субботники, это была расчистка территории бывшей церкви, то есть это была расчистка родников. Ну, в принципе, спасибо всем нашим жителям, которые нас поддерживают, и вот мы теперь получили приз. Помимо сплочения, цель мероприятия – рассказать, что можно зарабатывать, и познакомить ТОСовцев с соцконтрактом. Сотрудники органов социальной защиты изложили, как его оформить, а молодые предприниматели своим примером показали его плюсы. Мы благодарны, на самом деле, нашим специалистам из соцзащиты, у нас Заволжская соцзащита, потому что они настолько нам помогли в какой-то момент с первым соцконтрактом, нас поддержали. И действительно, это было неким выходом. Соцконтракт могут получить малоимущие семьи. Размер предоставляемой помощи до 350 тысяч рублей. Оформить выплату можно в отделениях соцзащиты. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.